Здравствуйте! В эфире энциклопедия путешественника. Программа для тех, кто любит путешествовать или только планирует этим заняться. Пожалуй, сегодня все туристы делятся на два лагеря. Те, кто привык отдыхать за границей, наслаждаясь all-inclusive, а с другой стороны, те, кому хочется, чтобы отдых был простым и понятным. Язык, менталитет, продукты и так далее. Не нужно учить иностранный язык, заглядывать в разговорник, скучать без общества соплеменников и тщательно изучать этикетки в магазинах, чтобы разобрать, что же находится в этой баночке или пакетике. Да и кто придумал, что в России нельзя хорошо отдохнуть? Удивительная природа, множество вариантов активного отдыха, относительная дешевизна, целебный климат и, самое главное, неповторимое Черное море – все это стоит того, чтобы из всех курортов выбрать именно курорты Краснодарского края. Краснодарский край по душе многим россиянам. Он издавна известен своим мягким климатом, благоприятными природными условиями и возможностью организации отличного отдыха с пользой для здоровья. Ведь Черноморское побережье – это единственные в России субтропики, лучшая климатическая и бальнеологическая здравница мира. В России нет места, которое по своим природным условиям могло бы хоть в малейшей степени сравниться с курортами Краснодарского края. И самое главное, чтобы увидеть замечательные горные пейзажи, бескрайние равнины, потрясающие красоты горы, покрытые на склонах густыми лесами, позагорать на уютных пляжах морского побережья совсем не нужно много денег. Туристические компании «Квинтур» и «Миллениум Тур» организуют автобусные поездки к лучшим российским курортам. Комфортабельные автобусы европейского стандарта довезут вас из Брянска прямо к выбранному отелю, гостинице, санаторию или гостевому дому. Ваша задача – лишь выбрать место проживания, все остальное сделают профессионалы. А туристическое агентство «Вокруг света» предложит вам доступный отдых в частном секторе или роскошное пребывание в элитных гостиницах, а также массу вариантов санаториев с лечением. Любой человек, позволивший себе отдых в Краснодарском крае, подарит себе возможность быстро укрепить здоровье и восстановить силы. Те, кто посещают эти курорты, рассказывают о приятных, удивительных впечатлениях и желании возвращаться сюда вновь и вновь. Сочи – самый теплый курорт России. Не выезжая за пределы Краснодарского края, можно побывать во всех климатических зонах – от субтропической до арктической. Скалистые ущелья, грохочущие водопады, непроходимые, заросшие рододендроном и лианами леса, стремительные горные реки, лабиринты бесчисленных пещер, головокружительные высокогорные лыжные трассы привлекают в Сочи толпы любителей активного отдыха и экстремального туризма. Приверженцы пляжного отдыха, отдыха с детьми и люди с пошатнувшимся здоровьем ценят прежде всего ласковое солнце, теплое Черное море, чистый морской воздух, лечебные минеральные источники, лечебные грязи, индивидуальный медицинский подход санаториев и пансионатов в организации лечения самых разных недугов. Туристическое агентство «Квинтур» предлагает отличный отдых в западном районе города Сочи – Лазаревском. Выгодное отличие Лазаревского от многих других курортных поселков Большого Сочи – широкие пляжи до 50-70 метров. Гостиница «Удача» расположена в спокойном месте поселка Лазаревское, в 800 метрах от пляжа. По пути на пляж находятся рынок, дом культуры, кафе, магазины, парк культуры и отдыха. Неподалеку – аквапарк «Наутилус». На территории гостиницы работает столовая с армянской кухней, а во дворе под навесом расположены столики для отдыха, мангал, тренажерная комната, теннисный стол. На каждом этаже имеются оборудованные кухни. Еще один вариант отдыха в Лазаревском от компании «Квинтур» – гостевой комплекс «Самара», расположенный в заповедной части курорта в объекте рекреации «Свирское ущелье». До моря с чистейшим галечным пляжем около 300 метров. Рядом с комплексом находится аквапарк и дельфинарий «Морская звезда». До центра Лазаревского около 15 минут пешком. К услугам постояльцев просторный внутренний двор с декоративным фонтаном из натурального камня, открытый большой наливной бассейн и площадка с шезлонгами для загара. Имеется бильярд и русская баня на дровах с бассейном. За дополнительной информацией, а также по вопросам бронирования, обращайтесь в туристическое агентство «Квинтур» по адресу улица Фокина, 43. Можно позвонить по телефонам 64-43-09 или 8-910-236-79-75. Спешите, количество мест ограничено. Рубрику представляет туристическое агентство «Вокруг света», предлагающее путевки во все уголки мира, в том числе и на курорты Краснодарского края. Южнее Сочи, практически на границе с Абхазией, находится Адлер – излюбленное место отдыха молодежи и семей с маленькими детьми. Цены в 2013 году вполне доступны. Свой отдых в Адлере можно провести, поселившись как в недорогом отеле эконом-класса, так и в элитном пятизвездочном коттедже или гостинице с европейским сервисом. Широкий выбор жилья позволяет каждому, кто приехал на курорт, расположиться, исходя из своих финансовых возможностей. В отеле или здравнице, известной во всем мире, а можно снять и частный домик или поселиться в семейном пансионате, в горном шале, в гостевом домике.
Любители активного отдыха могут вполне комфортно устроиться на современной базе отдыха. Суточное проживание в частном секторе Адлера, если выбран вариант эконом-класса, в среднем обойдется в 250-500 рублей с человека, а цена за комфортабельный номер на двоих в небольшой частной гостинице – от 500 рублей в сутки. В туристическом агентстве «Вокруг света» вам предложат несколько вариантов размещения в частном секторе Адлера в пределах 600 рублей в сутки или поселиться в гостевом доме «Надежда», где цена в зависимости от даты заезда варьируется от 250 до 700 рублей за сутки. Отдых в элитных отелях, таких как «Сочи Бриз», отель «Чеботарев», «Рэдисон Сас Лазурная», «Маринс Парк» отель с роскошными условиями, варьируется примерно от 3 до 5 тысяч рублей в сутки. В таких гостиницах к услугам проживающих уютные кафе и бары с изысканными коктейлями и впечатляющей картой вин, бассейны и сауны, детские площадки и спортивные комплексы. Летний отдых и лечение в санаториях «Сочи» с трехразовым питанием обойдется примерно в 1500 рублей с человека за сутки. Туристическое агентство «Вокруг света» предлагает путевки в сочинские санатории «Металлург», «Светлана», «Актер» и пансионат с лечением «Эдем». Пусть ваш отдых будет не только увлекательным, но и станет возможностью поправить свое здоровье и зарядиться энергией на весь год. А правильную дорогу вам подскажут в агентстве «Вокруг света» по адресу улица Красноармейская, 154А. Телефоны 308 800 309 900. От Лазаревского всего около часа езды до еще одного замечательного курорта Туапсе Лермонтова. Это излюбленное место для отдыха родителей с детьми. Главная ценность в Лермонтово – это отличные песчано-галечные пляжи. Рельеф местности морского дна здесь очень спокойный. Для купания детей в самый раз. Глубина нарастает постепенно. Весь поселок раскинулся вдоль огромного пляжа. Длина его более 2 километров. Даже в разгар туристического сезона тут всегда можно найти свое место под солнцем. Чуть дальше от Лермонтова в сторону Туапсе начинается пляж «Золотой берег» – один из лучших на Черноморском побережье. Его протяженность свыше 10 километров. Это настоящий рай для любителей пляжного отдыха. Туристическое агентство «Миллениум Тур» предлагает вам отдохнуть в гостиничном комплексе «Олимп». Гостиница находится в живописном месте поселка Лермонтова, откуда открывается великолепный вид на море. До пляжа всего 300 метров. Недалеко от отеля расположен аквапарк, рынок, рестораны, бар и кафе. На территории есть столовый, открытый бассейн, беседки для отдыха. К услугам гостей различные варианты проживания – эконом и стандарт. Заказать путевку можно в туристическом агентстве «Миллениум Тур» по адресу улица Грибоедова, дом моды, второй этаж, офис 11. Или позвонить по телефону 74-07-22-64-66. 30, а также по проспекту Ленина, 67, доме быта. Телефон 34-59-35. Туристическое агентство «Квинтур» также готово предложить вам отдых в поселке Лермонтово. База отдыха «Кубанец» разместилась в 25 метрах от моря. На территории столовая, площадка для волейбола, танцпол, беседки, бильярдный зал, настольный теннис. В 10 минут ходьбы аквапарк. Размещение в деревянных коттеджах с удобствами на территории. Еще одно предложение от «Квинтур» – гостиница «Лето». Удачное расположение, просторные номера с новой мебелью, наличие бассейна в сочетании с низкой ценой делают это предложение особенно привлекательным. Гостиница «Мария» расположена в 250 метрах от оборудованного песчаного пляжа с различными водными аттракционами. На территории открытый бассейн с фонтаном, кафе-столовая, бильярд, спортивная площадка, мангал. Напомню, автобусные туры в базу отдыха «Кубанец», гостиницы «Мария» и «Лето» организует туристическое агентство «Квинтур». К слову, возможен и проезд поездом. В этом случае стоимость путевки снижается. Курорт Архипа Осиповка расположен примерно в 40 километрах от Геленджика в небольшой долине, окруженной высокими горами. Здесь царит средиземноморский климат, близкий к курортам Ниццы. Пляж поселка достаточно большой, около километра в длину, и состоит из мелкой гальки и песка. Теплое море, хвойные леса, чистый воздух и отсутствие сильных ветров сделали Архипа Осиповку прекрасным климатическим курортом. Туристическая компания «Миллениум Тур» предлагает вам провести чудесные 9 дней на одной из лучших баз отдыха Черноморского побережья – Архипа Осиповка. База расположена на зеленой уютной территории в 300 метрах от морского берега. На территории имеется открытый плавательный бассейн, кафе, столовая, русская баня, детская и спортивная площадки, места для отдыха, экскурсионное бюро. Вблизи базы располагается красивая набережная, парк аттракционов, кафе, рестораны и дискотеки. Еще один курортный поселок Кабардинка расположен примерно в 10 километрах от Геленджика. Благодаря теплой морской воде, неглубокой бухте, широким галечным пляжам, целебному воздуху, Кабардинка строилась и развивалась изначально как детский курорт.
Расположение Кабардинки на пересечении между Геленджиком и Новороссийском и развитая инфраструктура представляет огромные преимущества перед другими курортными поселками. Туристическая компания «Комитур» предлагает отдохнуть в гостинице «Аннушка», расположенной в тихом районе в 7 минутах до центральной набережной, где сосредоточены практически все вечерние развлечения в Кабардинке. Имеется винный погребок с бесплатной дегустацией вина, очень уютный дворик, утопающий в зелени. В 500 метрах от гостиницы открытое море и центральный галечный пляж. Еще один вариант проживания в Кабардинке – гостевой дом «Спарта». Находится в живописном месте в 300 метрах от центрального пляжа с чистейшей водой. Имеются многочисленные игровые и другие развлечения. «Квинтура» организует поездку также в гостевой дом «Александрия». Недалеко расположен парковый комплекс «Старый парк», который является одной из достопримечательностей Кабардинки, где вы и ваши дети найдут массу интересного. Гостиница отличается высоким уровнем обслуживания и очень комфортабельными номерами. Пляж галечный, оборудованный лежаками и зонтиками, расположен в 5 минутах ходьбы от гостиницы. Компания «Миллениум Тур» также приглашает вас на отдых в Кабардинку. База отдыха «Лаванда» расположена в центральной части курорта. Это кирпичные летние домики, каждый из которых имеет открытую веранду. Рядом расположена великолепная пляжная зона, красивая набережная с кафе, ресторанами, зонами отдыха и развлечениями. Пляж галечный, городской в 400 метрах от базы отдыха. Пансионат «Октябрь» расположен в тихом и уединенном месте поселка Кабардинка. Рядом минеральный источник сероводородной воды. Пляж галечный, оборудованный в 300 метрах от пансионата. Геленджик – один из самых популярных черноморских курортов России. Лежит на берегу редкой по красоте Геленджикской бухты, окаймленной живописными Кавказскими горами. Можно часами прогуливаться по многокилометровой красавице набережной Геленджика, слушая шум моря, вдыхая струящийся с гор, напоенный озоном воздух. Воспользуйтесь предложением компании «Квинтура» отдохнуть в уютном гостевом доме «Акрополь», расположенном в центральном жилом микрорайоне Геленджика, в 5-7 минутах ходьбы от моря. Располагает всем необходимым для хорошего отдыха. В шаговой доступности песчаный, галечный пляжи, набережный, эквапарк. Практически на набережной Геленджика расположилась гостиница «Дива». До ласкового Черного моря с песчаным или галечным пляжем 3 минуты, до центра 10 минут неспешной ходьбы. На первом этаже большое кафе, где можно заказать комплексное питание или блюдо на заказ. Новая современная мини-гостиница у Галины расположена в 10 минутах ходьбы от центральной набережной. Собственный закрытый дворик недалеко, аквапарк «Бегемот». Пляж городской, песчано-галечный, в 10 минутах от гостиницы. Туристическая компания «Миллениум Тур» с удовольствием предлагает вам свой вариант отдыха в Геленджике, который позволит оценить изумрудные горы, поросшие вечно зеленой пицунской сосной, галечные песчаные пляжи, удивительно красивые окрестности. Частная гостиница «Кубанская» расположена в центре города. Рядом находится парк «Сафари», канатная дорога, кинотеатр, рынок, кафе, рестораны, пляж городской, песчаный, галечный, в 15 минутах ходьбы от гостиницы. Не только отдохнуть, но и подлечиться можно в лечебно-оздоровительном комплексе «Горизонт». На 15 гектарах территории раскинулись парк и сосновый бор. Рядом с комплексом находится самый большой аквапарк «Золотая бухта», парк развлечений «Адмирал Врунгель». На территории открытый плавательный бассейн, дискобар, видеосалон, игровой детский павильон, спортивные площадки, теннисный корт, тренажерный зал. Пляж собственный, галечный, с песчаным дном, оборудованный навесами и лежаками в 350 метрах от комплекса. «Горизонт» предоставляет санаторно-курортное лечение от 300 рублей в сутки. Анапа. Каждое лето сюда съезжаются миллионы детей и взрослых для того, чтобы впитать в себя тепло и здоровье юга. В этом районе побережья наиболее удобные для отдыха широкие песчаные пляжи, протянувшиеся на десятки километров. Чистая морская вода, дно пологое и безопасное для детей. К тому же это позволяет воде быстро прогреваться уже к началу летнего сезона. Туристическая компания «Квинтур» предлагает различные варианты размещения как в центре Анапы, так и в его окрестностях. Гостевой дом «Аист» находится в центре Пионерского проспекта в 350 метрах от песчаного пляжа. На территории просторный двор с местами для отдыха, детская площадка. Гостевой дом «Акварель» идеально подходит для семейного отдыха. Удачное расположение позволяет отдыхать в тишине и спокойствии, вдали от шума дискотек и баров. На каждом этаже имеется терраса. На территории красивый тенистый дворик. Гостевой дом «Анжела» расположен в новом элитном микрорайоне «Лазурный» в 15 минутах от моря прогулочным шагом. В 5-10 минутах
минутах до развлекательного центра, в котором расположен парк с аттракционами, различные кафе и клубы. В тени гостевого дома расположена детская площадка с качелями. При желании гости могут воспользоваться камином для приготовления шашлыка, который есть на территории. Гостевой дом с качелями расположен в поселке Витязево, в 12-15 минутах ходьбы от песчаного пляжа. Привлекательность гостевого дома достигается не только удобным месторасположением, но и высоким классом обслуживания. Приобрести путевки на лучшие курорты Краснодарского края вы можете в туристическом агентстве «Квин Тур» по адресу улица Фокина, 43, магазин «Пятерочка». А за дополнительной информацией звоните по телефону 64-43-09 или 8-910-236-79-75. Опытные сотрудники подберут для вас тур по вашим запросам и средствам. Туристическое агентство «Миллениум Тур» приглашает вас в гостевой дом «Океан Южный», расположенный неподалеку от центрального пляжа Анапы. По пути вы встретите продуктовые магазины, торговый центр, аквапарк, аттракционы, кафе и рестораны. Тамань – земля пяти морей – Азовского, Черного, моря вина, любви и солнца. Таманский полуостров является уникальным местом в России. Уникальность его заключается в ракушечно-песчаных пляжах и в действующих грязевых вулканах, и в том, что это единственное место в России с античными памятниками истории. Многие станицы на берегу моря до сих пор не утратили своей тишины и уютности. Например, станица Голубицкая очень благоприятна для детского и семейного отдыха. Главной особенностью пляжа является песок с ракушечником, песчаное дно моря и мель. Поэтому это место идеально для обучения детей плаванию. Если вам по душе ласковое Азовское море, кристально чистый воздух, настоянный на запахах цветущих степных трав, неповторимый ландшафт с голубыми заливами и лиманами, то вам наверняка понравится поездка на базу отдыха «Антей», расположенную в Темрюкском районе на берегу моря. На уютной зеленой территории базы располагаются кафе-бар, спортивные и детские площадки, теннис, бильярд. Ежедневно проводятся развлекательные программы для взрослых и детей. Для любителей активного отдыха организуются увлекательные экскурсии по Таманскому полуострову в шаговой доступности аквапарк Амазонки. По вопросам приобретения путевок на базу отдыха «Антей» обращайтесь в туристическое агентство «Миллениум Тур» по адресу улица Грибоедова, здание Дома моды, офис 11, телефоны 74-07-22-64-66-30 или по проспекту Ленина в доме быта, телефон 34-59-35. Организация собственного отдыха – занятие ответственное. Чтобы не терять средства, время и нервы, позаботьтесь о покупке тура заранее. В каждом пансионате, гостинице, базе отдыха на курортах Краснодарского края вам предложат большое количество экскурсий по интереснейшим местам. А теплое море, целебный климат и красивая природа заставят вас приезжать сюда снова и снова. Туры на самые лучшие курорты Краснодарского края организует туристическое агентство «Вокруг света», «Квин Тур» и «Миллениум Тур». Звоните, заказывайте, и пусть ваш отдых будет незабываемым. До встречи!